Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club. В эфире рубрика One Minute Russian. В этой рубрике за одну минуту я пробую, стараюсь и объясняю вам сложные моменты в русском языке. Видео из этой рубрики вы можете посмотреть в этом плейлисте. А в этом видео я вам расскажу о словах и о разнице в словах «наверняка» и «наверное». Итак, минута началась. Слова «наверняка» и «наверное» звучат одинаково. У них небольшое различие в конце. Но у них намного большее различие в значениях. Наверняка – это несомненно, точно, безусловно, скорее всего, 90 или 100%. То есть вы почти максимально уверены в том, что вы говорите. Он это знает наверняка. Пошли домой, сегодня нам тут наверняка делать нечего. Мы ничего не можем утверждать наверняка. Еще раз, вы в этом уверены, у вас нет сомнений. И слово «наверное». Вероятно, может быть, видимо, 50 на 50. Потом он долго, наверное, минуты 3, молча смотрел на нее. Теперь вы, наверное, поняли, что для человека нет ничего невозможного. Наверное, вы думаете, что учить русский язык трудно. Давайте еще раз. Ситуация. Наверное, завтра будет дождь. И наверняка завтра будет дождь. В какой ситуации вы больше уверены, что будет дождь? Наверное или наверняка? Конечно, наверняка. То есть у вас больше информации, у вас 90 или 100% уверенности, что будет дождь. Наверное, есть еще сомнения. 50 на 50%. Может быть дождь, может не быть дождь. Откуда я вообще знаю? Минута закончилась. В комментариях пишите ваши варианты со словами «наверное» и «наверняка». Другие видео из рубрики «One Minute Russian» вы можете посмотреть здесь. А мы с вами увидимся совсем скоро, но не забудьте подписаться на канал Russian Language Club. Кстати, ищите меня в социальных сетях, Instagram, Telegram, Facebook и TikTok. И пока-пока, до скорой встречи!